Дагестанские боксеры готовятся к командному кубку России. Соревнования пройдут с 30 августа по 5 сентября в Ижевске. В эти дни спортсмены завершают первый этап тренировок после выхода из режима самоизоляции. Сборы в составе национальной команды проходят на базе «Югспорт» в Сочи. На турнире в столице Удмуртии боксеры будут представлять Северокавказский федеральный округ. Общий призовой фонд состязаний составит 15 миллионов рублей. Команда-победитель получит 7 миллионов.